декабре 1825 года, спустя месяц после смерти императора Александра I, предпринята попытка государственного переворота, которая войдет в историю как восстание декабристов. Декабристы активно распускали слухи, что Константин скоро будет в Петербурге, и только он законный император, а Николай, естественно, самозванец. Почему часть царедворцев не приняли нового императора и поддержали мятежников? Это случайность или разработанный сценарий захвата власти? И чья смерть была использована как повод к жестокому подавлению восстания? С помощью современных методов криминалистики мы установим факты, которые помогут по-новому взглянуть на события 1825 года. При дворе начинают действовать две неформальные партии. Улика из прошлого. Во вторник в 20:25.